Первоначально так. Аналогичный вальс мы с вами уже разбирали, начинающий со слова ночи. Сейчас вспомним. От шуйской, но тем не менее на любом инструменте играть можно, как в гармонии была даже, можно учиться по нарисованным кнопкам играть, поэтому привыкайте, любите вот эту гармошечку, она мне нравится, я заглянул в нее вовнутрь, она просто чудо. Давайте посмотрим еще одну комбинацию. Thank you.
нет. То есть я все не мог найти применение этим кнопочкам. Сначала на одной сыграла, припев уже добавил еще звук, и получилось мелодия маленько по-другому. Но это первое мое применение во время игры кнопки. Не знаю, где еще применить. Я думаю, что можно будет разобраться с этим делом и применять очень эффективно это дело все. На вашу гармошку тоже есть там переключение, поэтому, может быть, использовать его тоже.